Вот приехали, отдохнули, сейчас вот сколько, 30 футболистов, не знаю, кто играть будет. Наверное. Будем доказывать сейчас тренировки. Знакомимся с новыми требованиями нового тренерского штаба, поэтому сильно повеселиться пока он не дает тоже. Тут другое, так скажем так, физические, наверное, тренировки, может, даже более такие тяжелые. Но в плане, в принципе, таких больших проблем нет. Нам, мы перестроились, все интересно, но ему же тоже молодой тренер. Наша задача ему помочь. Первые 15 матчей у нас уже за плечами. Как ты считаешь, что получилось за эти 15 игр, за первый круг? Что не получилось? Не получилось то, что мы со всеми, ну, верхней частью, наверное, потеряли очки. Это плохо, потому что, ну, есть и отрыв, есть другие задачи стояли перед клубом. Поэтому надо это все наверстать. Есть еще все игры, между собой мы все играем. В любом случае, потому что так-то вроде мы с нижней не потеряли очков, а вот с верхними почти всеми потеряли. Поэтому, ну, и надо забивать больше, чтобы не было как Гродно, что 2-0, потом 2-1, можно будет и нечаянно и не выиграть. То есть надо завершать свои моменты, и тогда будет все лучше. Много очков потеряли в первом круге, и оно непозволительно, наверное, многое, потому что самые высокие задачи ставим перед собой, и чтобы их решать, надо второй круг провести лучше намного первого. Мозыри в прошлом году вообще очень много нервов лидерам нашего белорусского футбола потрепал, поэтому будет тоже, как ожидаю, сложную игру, и, как обычно, такая Славя тоже бойцовская команда, и много борьбы, и вот надо подготовиться, наверное, вот в этом плане, чтобы не проиграть где-то в единоборствах, и тогда надеюсь, что в этом году мы по результату не хуже, чем в прошлом выступим. Да, Женя Барсуков там, ну, я много, в принципе, знаком, ну, Женя Барсуков там долго, я с ним в Гомеле играл, поэтому. Там лучше бомбардировать, а сейчас я так смотрю, забиваю, что-то все время. Ну, придется ему остановиться. Жень, привет! Много рыбы не лови, готовься к игре. 15-я игра, 15-й номер. Надеюсь, что это какие-то такие цифры, которые, ну, помогут положительно сыграть в этой игре. Главное — помочь команде победить. И, ну, понятное дело, хочется в каждой игре помогать команде побеждать. И мы уже так достаточно много очков потеряли, задолжали болельщикам. Поэтому сейчас ни в коем случае нельзя терять очки. И надо радовать наших болельщиков, поэтому только за победой.